понимают, что вот это, скажем, стоит взять себе на вооружение там, и включает это в себя, в свою собственную систему моделирования, но, тем не менее, вот различие основное состоит вот в этом у экстравертов и интровертов, насколько я это все понимаю. И вот эти две системы интровертности и экстравертности, насколько я понимаю, наследуют, то есть социум наследует черты личности в этом отношении. То есть личности бывают мартидисты и либидисты, с одной стороны, по классификации Берна. Это люди, для которых важнее вот, там, вот это вот сохранение корпуса, сохранение своей жизни там, с одной стороны, а с другой стороны, наоборот, объединение, продолжение рода там, и так далее, с другой стороны. Вот. Так вот, насколько я понимаю, все социальные группы наследуют определенные черты, ну, скажем, там, лидеров там, или большей части, может быть, какой-то вот этого сообщества, вот, которые могут быть, с одной стороны, либидистами, с другой стороны, мартидистами, а с другой, еще с третьей и четвертой стороны, там, экстравертами, интровертами, и там, мыслящими, там, чувствующими, ощущающими или интуитивами. Вот. И вот это вот все можно положить и в основу классификации цивилизации на самом деле. То есть цивилизации бывают не только интровертные и экстравертные, вот как показал Юнг в своем вот этом исследовании индийской культуры. Он очень увлекался индийской культурой и очень много об этом писал. Вот. Но и, скажем там, разделение уже вот был такой замечательный историк Данилевский, который делил все цивилизации, наоборот, на созидающие и разрушающие. И он считал, что всякая созидающая цивилизация, она проходит некоторые этапы развития, в какой-то момент она приходит в тупик своего развития, и тогда нужны какие-то внешние силы, которые ее разрушают, и на ее месте строят какую-то новую цивилизацию. Вот. И вот он считает, что там какие-нибудь джурджени, которые там нападали на Китай и там несколько раз опустошали его. Вот это вот такой пример разрушительной цивилизации. А наоборот, вот индийская, скажем, цивилизация, там, или европейская цивилизация, или египетская цивилизация, это цивилизации созидающие. Они, у них есть идея некоторая, вокруг которой, собственно говоря, и строится вся система ценностей. Система ценностей определяет систему поведения людей. Система поведения людей определяет структуру социума. Структура социума определяет одновременно пантеон богов каким-то определенным образом. Об этом уже писал такой замечательный исследователь, как Дюмезиль. Вот и приводил, кстати, вот пантеоны богов и сравнивал их с социальной организацией, и вот вроде бы там у него все совпадает это. Вот, то есть с некоторой точки зрения, там, скажем, устройство индийского общества, вот отделение на эти касты, оно повторяет разделение. Дело в том, что еще что вот как писали как писал Лурия и его соавтор Выгодский, это его учитель был Выгодский, вот они, у них есть такая книжечка «История поведения», и в этой книжечке они пишут, что на самом деле всякая новая программа поведения образуется на базе уже существующей. Из чего следует, что вообще-то вся система программы поведения представляет из себя такое дерево. Вот существует два изначальных вида поведения, втягивающие и выбрасывающие. На ней там начинают развиваться какие-то веточки, которые уже у существ, которые стоят на очень высокой эволюционной ступеньке, образует огромное разветвленное дерево программ поведения. Поведение очень сложного, там все эти программы
друг с другом взаимодействуют каким-то образом. Вот. Но, тем не менее, все они уходят корнями вот в две программы, лебединскую и мартидинскую. И, над ними должна обязательно стоять еще и вот некоторые программы, которые распределяют энергию равномерным способом, или там, может быть, куда-то больше, куда-то меньше, и в зависимости от этого человек будет больше мартидист или больше лебедист, там, ну, неважно. Но во всяком случае, там вот это устройство индийского, скажем, сообщества, оно полностью повторяет эти психические какие-то разделения программ. То есть существуют кшатрии, которые, это военная каста вообще, которая предназначается для защиты социума от разрушения его, от вторжения извне там, и так далее. Они специально для этого воспитываются каким-то образом. У них есть своя система ценностей. Вот, и они там готовы пожертвовать собой ради спасения всего сообщества. Вот, есть у них вайшьи, которые заботятся о том, чтобы у людей было все необходимое для продолжения жизни, для существования там, и так далее. Вот, есть брахманы, которые заведуют всей мудростью индийской и определяют, куда развиваться дальше индийскому обществу. И у них есть некоторые вот священные тексты, которые составляют базу вот этой всей культуры. И которые, даже несмотря на то, что там, скажем, какая-то часть индийского общества уже, в общем-то, может быть, и не знает ничего об этой базе, там, о священных текстах, но всегда существуют брахманы, которые обязаны знать все священные тексты индуистские, которые должны соблюдать традиции, вот эти вот самые индийские, и которые на самом деле формируют ту систему ценностей, которая должна соблюдаться и вайшьями, и кшатриями, там, и, ну уж я не говорю там о всяких разных низших кастах индийских. Вот. И, собственно говоря, те же самые закономерности существуют и в организации европейских социумов. Ну, там, скажем, если взять Россию. Вот было время, когда там во главе русского сообщества стоял князь. Князь – это, несомненно, военный предводитель. Вот, наряду с ним существовали там, ну, скажем, волхвы какие-то там, которые заведовали всей духовной и телесной частью развития человека. Они и лечили, там, они и волховали, там, они и колдовали, и предсказывали будущее, и отвечали как бы за него, за это самое будущее, и за то, чтобы оно развивалось каким-то образом благополучно. Вот. Ну, чему мы можем сопоставить, соответственно, в индийском обществе это? Вот к кшатри мы можем сопоставить князя с его дружиной и его заботой об охране границ княжества, с одной стороны, а с другой стороны, внутренним управлением всем этим самым княжеством с позиции силы тоже. Вот. С другой стороны, там существуют вот эти вот волхвы, такие вот духовные вожди, а с третьей стороны там существуют вот люди, которые обеспечивают все вот это вот там, то есть заботятся о том, чтобы было что есть. Это крестьяне там, которые и на себя производят продукты какие-то питания, и на все сообщество тоже. Вот, значит, вот получается некоторый треугольник, который во главе которого уже стоят не брахманы, как в индийском сообществе, а уже стоит военная сила, то есть кшатрии там стоят. Но наступило крещение Руси, и у каждого князя появился духовник, который наставлял его на путь истинный и обучал его, как нужно жить на самом деле по Евангелию. Вот. И князь Владимир, который первый значит, крестился и стал слушаться своего духовника, полностью переменил свой образ жизни, и значит, треугольник, соответственно, вот этот вот кшатрии, вайши и брахманы, он перевернулся, и во главе опять стали значит,
ну, скажем, там, в России там как-то все время так получалось, что вот эти две вершины, они были очень близки друг к другу, и время от времени вообще там соединялись каким-то образом. Вот. Но, тем не менее, вот этот треугольник, он постоянно каким-то образом управляет, потому что это, собственно говоря, система ценностей, которая определяется для данного общества и управляет развитием этого сообщества, и система ценностей уже такая социальная, вот она образует, то есть влияет на поведение людей, у них образуются какие-то идеалы. Вот, скажем, до Петра, пока у нас существовал вот этот треугольник, где в вершине стояли все-таки стояло священство, которое направляло и князей тоже, и говорило им, как нужно жить, да, идеалом был святой. Это, об этом пишут во всех книгах, посвященных древнерусской культуре. Вот есть замечательный там, многотомник даже «Святости святые на Руси» Владимира Николаевича Топорова, замечательного совершенно нашего исследователя, потрясающего знатока русской культуры. Вот, он тоже об этом пишет, что вот Никон говорил, что священство, оно выше царства. А царство – это военная сила. Царь – военная сила, священство – это духовное, значит, некоторое управление сообществом. И вот Никон считал, что, значит, духовенство, оно должно быть главнее, чем царь, потому что, цари, потому что оно управляет поведением духовным, именно поведением человека. И определяет систему ценностей духовных у этого человека. А пришел Петр, и опять стал во главе военной силы, он подчинил себе церковь, сделал синод, который подчинялся ему же, и он его и формировал. Вот. И треугольник опять перевернулся, и система ценностей поменялась, и вместо святого идеалом стал гражданин, добропорядочный, хороший гражданин своей страны, который готов положить жизнь за отечество. И, значит, получается, что вот с переворотом этого самого треугольника меняется вся система ценностей, и она начинает управлять развитием этого самого сообщества. И об этом, кстати, на самом деле «Скупой рыцарь» Пушкина. Абсолютно гениальная вещь, в котором как раз обсуждается проблема, что вот у власти есть два столпа. Один из них – это столб военный, оружейный, а другой – это золото, которое, значит, покупает все. Но управляющим может быть кто-то один. Либо это сила оружия, либо это сила золота. И либо и в зависимости от того, и в зависимости от того, что у вас главное по отношению к чему-то другому, то есть главное у вас оружие или золото, в зависимости от этого будет то или иное устройство. В смысле здесь ценность. Как ценность? Это может быть не обязательно материальное благо, это может быть идеал святого. Нет, это, ну, это в основном некоторые средства, на которые можно что бы то ни было купить. Так что имеется в виду в основном вот капитал такой вот. Он может, конечно, быть не обязательно золотом, это могут быть бриллианты там или что-нибудь еще. Не про это, что сейчас это так, потому что ценно золото. Но в принципе ценность может быть и благодаря. Треугольник перевернулся, и во главе стали ващи. Это правильно совершенно, да. Буржуазная революция произошла, значит, треугольник опять перевернулся, и во главе этого треугольника встали ващи, которые начинают диктовать нам условия. Вот, то есть при Пушкине это все еще, то есть общество было устроено таким образом, что военная власть была главной, и сила оружия была главной и в международной политике, и во внутренней политике. Вот, но уже после вот этих самых буржуазных революций главным стало благосостояние народа, как бы. А благосостояние народа – это некоторое производное вот от того количества денег, которое имеется у государства, а, соответственно,
И от распределения вот этого, этих благ зависит. Можно понять еще и как возвращение к касте, которая определяет ценности. Просто теперь это стало не моральный облик, не святость, там, как когда-то, допустим, было, а материальное благосостояние. Так я и говорю, что вот в зависимости от того... Самые брахманы, просто неправильно. Нет, нет. Если, если во главе стоят брахманы, то либо это религиозные брахманы, либо это научные брахманы. Потому что и наука, и религия претендуют, в общем-то, на роль такого водителя человеческого духа. Вот. Знание что? Знание, религия, наука. То и другое знание, просто в разных воплощениях. Ну, вера и знание, это, в общем, все-таки разные вещи. Ну, вот. Но, во всяком случае, на вот это вот место... там, водителей в брахманском смысле могут претендовать только религия и наука. Если религии нет, значит наука там должна быть на этом месте. И там большевики вот пытались построить такое сообщество, где религии нет. Но там, тем не менее, большевистское сообщество, оно ничем не отличалось от буржуазного, потому что там все равно эти самые вайшьи. Что правит миром, как считали большевики? Экономика. А что такое экономика? Экономика – это то, что зависит от капитала, который у тебя есть. Правильно? Значит, большевики в этом смысле ничем не отличались от, экономика это... от буржуев. Потому что идеал у них был все равно тот же самый, что и у буржуев. Если считается, что экономика является главным и определяющим в развитии общества, то это вайшийский способ, вот, вайшийская точка зрения на мир, вайшийская точка зрения, то есть система ценностей. И вот она определяет все, собственно говоря. С экономикой на, там несколько, на мой взгляд, это выбрано было, потому что это одно из наиболее явных проявлений социальных отношений. То есть это